Пацаны, привет всем. Вон, у меня кем-то рыбу ловит, но не знаю, видно, че нет. Сегодня же праздник, только я он один. В бриджах и в сапогах гердовых. Варим, пацаны. Наконец-то дошел я до этого периода. Начал обваривать, уже пора ее оканчивать. Ну, была работа. То есть бабки нужно зарабатывать. Вот все, сейчас перевернули. То есть нужно полностью все уже обварить серьезно. Тут он пообваривал, закосинился. Здесь вот приходится, ну, полы кривые, ну как кривые, и металл этот каленый. Приходится арматурку влаживать, чтобы уже нагрузку передать. Кувалдой бить, сука, снизу неудобно. Ну, неважно, арматурку он влаживаем, обвариваем, да и все. Сварка дубасит, мы дубасим он. Здесь сейчас обварим, вот видите. Не хочет, сука, выбиваться, ну, крепкая очень железяка, ну, волна в кузове. Небольшая там, до сантиметра, ну, как бы нормально. Менять все полы не хочу. Оно и ни к чему. Оно еще на мой век хватит, эти косынки все тут. Тут все очень серьезно. В кожанке работаю. У нас сегодня 30 обещает. Ну, нормально, вот видите. Вот так вот получается. Не знаю, видно или нет. Тень вот так вот. Дубасим. Крючки. Пообваривал уже с двух сторон, чтобы цепляться, переворачивать. Тут он. Трещины позаваривали полуавтоматом. Все, вот эти уши, эти упорные пятки. Вот здесь уже окончено. Сейчас сюда листик лупанем, с середины обварим, залезем, чтобы нагрузка, как говорится, передавалась. Надо ее уже оканчивать. Отдал цилиндр, пацаны, в ремонт. Мне его хромируют заново там. Нормальный пацан посоветовали, отдал на хромировка. Хромировка сегодня стоит 50 гривен дециметр. Они его раз этот хромируют, там полируют и заново хромируют. Как-то так. Ну, не знаю, как привезу с ремонта, покажу вам. Вчера все шпильки купил, плашку жопу уже почистил, прорезал, того, что резьба уже была подтянута. Видите, как этот подняло резьбу. Ну, нормально поправил плашечка, овертиком лупанул, чтоб быстро почистил все, ну, чтоб оно руками гайки откручивались. Пыльник уже один оттуда поменял. Так, между прочим, осталось еще один, и все их перевернуть. Вот видите, пыльник вот так установил правильно. Писали мне пацаны, как надо. Саня гайки вчера, ну, тоже мечиком прогнал. Еще даже и не проверял. Думаю, да, вот видите, пальчиком идет. Вот так вот все должно у нас и работать. Но специалисты, сука, ездили. Вот видите, что выбило. Но сейчас некогда менять шпильку. Не знаю, видно или нет на отпущенных колесах. Ну ничего, я думаю, еще походит. Мы его хорошо обожмем, обтянем. Как-то так. Надо уже завершать эту глобальную стройку. Краник стоит. Положил на плиту, блин, чтоб не было вопросов. Мало ли что. Короче, работаем, пацаны. Работа идет. Кипит, надо завершать. Все, занимаемся. Так, братья, сейчас купил болты камазовские, не знаю, с чего это. Короче, КамАЗ, видите, какие-то там белебеевские, ну, короче, что-то 40 гривен, по-моему, болты. Ну, обманывать не буду, короче, вот такие вот болты купил. 10,9 крепость. Сейчас мы их обожмем, обвалим хорошо. Это имитация шпильки, но шпильку не хочу, болт надежнее.
Я думаю, что я его не сорву тут, ну, рубаря обжал раз, цилиндр отдал, сейчас мне его перебирают, хромируют, ну, там все по фэншую делают, нормальные пацаны, нашел тут нормальных братьев тоже, по несчастью. Короче, сейчас ставим, обварим, варю сейчас там кузов, обвариваю, сегодня время есть, завтра уже мрыть опять болото, вот это вот вырвался денек. Там Саня ремонтами занимается, смазывает, колеса делает, бак уже он покрасил, какую-то нашел краску, как бы я не салтовский, губы не мажу, это он у нас любитель поддуться, ну, каждому свое. Жека, не обижайся, не хотел тебя обидеть, все классно, бак уже готовый, все, фух, все хорошо, сейчас вот это обварим. Вытащил сюда оправку, в кузове есть отверстие ответное. Это я сам уже лист сделал, видео есть у меня, чтобы мощнее оно и шло. Наверное, толщина 20, я думаю, а может даже и больше. Ну, не суть тева. Короче, пацаны, фух, надо уже выезжать. Все пишут, когда шо, ну, ребят, надо ж зарабатывать, долги отдавать. Пока есть, тихо-тихо, пока есть, блин, работа, надо работать. Вы поняли, да? Когда ролики идут, это хорошо, но минус в семью. Работы, значит, нету. Один выкопали, рудец там, все нормально. Ну, короче, все, пацаны, сейчас обварим, занимаемся, пытаемся сегодня максимально сделать. Так, пацаны, залез наверх, сейчас с болтами вот сюда будем устанавливать под цилиндр, тут уже все пообваривалось, все, почти все, скажем так, на 90%, тут еще его нужно крутить, кузов, тут он рессору залил, там дырка была на 7 мм, я ее залил по автоматам, все четко, тут уши поусиливал, вот эти. Мы же их резали, кто видел, вот эти уши поусиливал. Швеллера он, начинаю вот эти обваривать же. Отсюда повсовывал швеллера тоже дополнительные, чтобы, ну, жесткость была, а то прогинается. И ходил, ходил, долго не решался, но решился, блин. Еще остался вот эскалист, видите, большое расстояние, перемычки нету, его прогнуло. Он целый, все, классный, бил кувалдой, бесполезно. Оно, металл потянулся, и ковшом били, ни хрена. Не хочет он выгинаться, потому что потянутый. Сейчас его вырежем. Баллон окончился пропановый. Сейчас будем резать, и все. И у нас уже полы полностью, грубо говоря, заменены. Вот тут он только остался кусочек, но он ровный, ну, то есть небольшое было расстояние, то есть мы сейчас еще сюда эту кинули перемычку, я думаю, что будет жить, сколько неизвестно, ну, проживет. Сейчас не знаю, сегодня успеем или нет уварить эту шайбу упорную под цилиндр усиленную, как говорится. Фух, пацаны, задолбался я, честно, но ничего, получается сексуально так красиво, я думаю, что можно будет его еще использовать, этот кузовок легенький, сварка нормально дубасит швы, видите, какие получаются проволоки, вот смотрите, как заливает, как это рессора, специально взял рессору, чтобы она, ну, не вытиралась, как бы, ну, посмотрим. Все, сейчас режем окно в Париж. Окно в Париж он. Погода у нас что-то хмарится. И, сука, жарко. Очень, блин, жарко. Как-то так. Надо уже завершать этот проект. А то тут у меня еще один назревает глобальный. Если бабок найду, вы обалдеете. Ну, как я люблю. Все большое, все тяжелое, он специалисты. Баллон меняет. Забирает у Кати. Газа нету, сейчас сопрем до вечера. Так что, но нужно сперва этот
проект окончить. Ифочка стоит, ждет зимы, чтоб, как говорится, этими долгими зимними вечерами, чтоб кайфовать. Ну, назревает еще один интересный проектик. Ну, посмотрим, как у нас финансы нас зацепят. Как-то так, пацаны. Все, сейчас режем, режем, режем. Ну что, братья, режем, режем. Козырек вот это срезали, не нужен он мне. Провода цеплять уже научены, так что минимум, чтобы вверх торчало. Точно надо мне. Потом его окультурим. Это я сейчас грубую его тут лупанул, блин. Сука, жарко, пацаны. Мокрый весь, блин. Парит. Фух, там специалисты там экскаватор загоняют, набрал. Некогда мне этим заниматься, пускай завтра ехать рано утром. Дырку вырезал, все, теперь у нас есть окно Париж. Очень такое серьезное. Листы у меня есть, косинки тоже есть, и все, и хватит. И надо его же, ой, дым позаходил, завязывать, пацаны. Вы поняли. Так что, наверное, на сегодня все. Сейчас замонтируемся, пильнемся. Ролик, кто все волнуется, где что и как. Наверное, вставлю в ролик еще работу свою там, ну, по центру или в конце. Ну, мы там рыли подвальчик небольшой, потихоньку. Все, пацаны, всем привет. Стараюсь со всех сил окончить ее, уже у самого руки чешутся, блин. Все, братья, всем привет.